Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Демастер, и мы вместе с вами поиграем в одну прикольную игру, Strike Force Kitty 2. Это прикольная игра про кошечек, здесь столько мимимишных котят, так что, посмотрев ее на ютубе у одного человека, которого вы знаете, моего хорошего друга, я решил, в принципе, то, что нужно тоже записать, потому что, блин, ну такая мимимишная игра, я за это и обожаю иногда играть в флешки. Вот, здесь у нас сюжет, злобные коты напали на котят. Но, короче, их было очень много, армия целая, вместе с какой-то Фокс-Зилой, но наша, видимо, мать смогла уберечь одного котенка. Я не знаю, по этому комиксу точно не скажешь. Дальше, и вот этот кот вырос, возможно, да? А, нет, пришел, короче, тренер к коту-королю. Вот, они собрали команду, видимо, но я не знаю, можно только додуматься. У них появился план, как добраться до базы этих, ну, этих негодяев, которые разбили их королевство. Вот, ну и короче, они решили отправиться. Вот, до подводной лодки мы отплываем от королевства. И приплываем вот сюда, вот на наш первый уровень. Вот, здесь у нас обучение, click to start the first level. Здесь показывают, какие котята будут нас, против каких котят мы будем драться. И вот здесь, короче, написано, сколько сундуков на этой карте, а также написано, какие скиллы нам нужны, чтобы полностью пройти карту. А справа написано, какие скиллы у нас есть. Ну так, это только начало, у нас пока что нет. Перед началом каждой игры показывается, как выглядит весь левел. То есть вот мы здесь начинаем, здесь заканчиваем. Ну что ж, давайте начнем. Вот, наш босс говорит, погнали. Upgrade your kitness. Collect fish, собирайте рыбу нужно для того, чтобы прокачивать наших кошечек. Вот, поэтому в каждом раунде нужно собирать эти самые рыбки. Котята дерутся сами, в принципе. Вот, и поначалу, не знаю, затащим мы этих пацанов, нет вообще. Один из наших уже погиб, но это только начало, естественно, в будущем все будет много лучше. Так, а почему они у меня не прыгают? Прыгайте, котята, прыгайте. Алло. А, видимо, меня еще не обучили прыгать. Вот, прыгать на левую кнопку мыши. Вот, видимо, теперь я после этого обучающей игры смогу, видимо, нормально прыгать. Я просто уже чуть-чуть поиграл, вот, ну, буквально минут, наверное, 10, но мне игрушка просто понравилась, надеюсь, она тоже понравится. Вот, теперь меня учат то, что вы достали шляпы, можете идти на каких-нибудь своих персонажей. Например, вот на этого я одену очки от Миньона, на второго шапку от Зора. Вот, мне предлагают вернуться и прокачать своих персонажей, например, выбрать этого чувака и прокачать его силу. Вот, вот тренер у нас такой, типа, а, давай, качайся. Ну, и заканчивается рыбка у нашего чувачка, и мы не можем больше прокачивать его силу. Поэтому можем, в принципе, прокачать вот так вот. Не хватает, ну, что-то одно качать. Я здесь тоже силу прокачаю. Ну, здесь можно прокачать силу, ну, то есть ваш урон, я называю это силой, да, ваши жизни, ХП и скорость передвижения. Не знаю, на что у нас влияет скорость передвижения. Ну, в общем, ну, я знаю на скорость передвижения, это, в принципе, логично, но... Не думаю, что это так важно. Давайте сначала проходим первый уровень, потом пойдем ко второму, потому что на втором левеле, наверное, нас будут очень сильно унижать. Поэтому пока постараемся собрать какие-то шмотки на первом уровне. Все будем делать так вот постепенно. Так, наши чуваки бегут. Все, батл начался. Теперь у меня даже два чувака одеты, и у некоторых уже прокачан урон. То есть, ну, в принципе, я всем накачал урон. Мы собрали Зора еще, часть его, и, ой, собрали оружие, это классно. Теперь мы можем вроде прыгать. Да, кстати, зря я сюда прыгнул, меня эти чуваки, мне кажется, раскидают сейчас. У них по 30 хп, а у меня уже все дохлые. Хотя нет, может быть, я их даже и убью. Хотя нет, 3-3-1 хп у меня остался. О, нифига себе, вы выжили, офигеть. Не, вот с этим чуваком точно драться не стоит. Он какой-то прям совсем грозный такой, черный. Ой, извините, ребятки. И рыбок собрали мы 43 в этот раз, не 50, к сожалению. Вот, нашли новые вещи, это хорошо. Теперь мы сможем добавить нашему миньону, так скажем, бананчик в руку, как и должно быть. У него прокачиваются статы, смотрите. А нашему Зора добавить шмотки. О, костюмчик, осталось только меньше. Осталось добить, ну, здесь не меньше, шпагу. У Зора же шпага. Какая-то лотерея есть у нас, вот. Давайте еще раз посмотрим на первый уровень. Думаю, уже добьем несколько вещей. Блин, меня же выбил еще вещи, могу прокачать сразу же несколько хотя бы. Ну, что-то протупил. Ладно, давайте добиваем вещи. Здесь у нас выпадет шпага, с этого у нас выпадет комбинезон миньона, да? Давай, добивай. Кстати, смотрите, один начал у нас кидаться бананами. Это хорошо. Так, мы идем здесь, поднимемся наверх. Чтобы подраться с этими ребятками и выбить с них тоже какие-то вещи полезные. На, бананам в лицо. Так, одного у нас, к сожалению, убили. Но вроде мы... Ой, забрали еще скейтборд. Это хорошо. Нет, с этим черным не хочу драться. В следующий раз с ним подеремся, с этим черным. Черный опасен. Черный опасен.
Так, вот, мы подняли уже, кстати, несколько сетов почти. Два сета у нас уже есть. У нас есть сет, получается, миньона. Он нам дает вот такой вот кристальчик синий. I love the use of teleport. Теперь мы можем юзать телепорт. А этот человек, а этот сет дает нам speed appalkitness плюс один. Теперь все кошки бегают на... Короче, скорость у них быстрее. Так, о, ништяк. Аладдина сейчас соберем. Еще Аладдин, давай. Отлично, у нас почти уже есть 4 сета. Давайте добьем первый уровень и потом сходим уже на другой левел. Ну, этих чуваков, конечно, нужно обязательно убивать, поэтому мы их убьем. Ну, с ними, вернее, встретиться. Так, я не прокачал, кстати, кошечек. Ну, ладненько, прокачаем еще, ребятки. И если вам нравится эта игра, обязательно ставьте лойс. И продолжение будет. Вот видите, у нас заработал портал, потому что мы все-таки миньона сделали, да? Ой, нет, с этими чуваками я не справлюсь. Ну, хотя, если я убью хотя бы одного-двух, может, какие-то вещи с них выбью полезные. Ой, один с хп у парня. Отлично, одного убили, подняли с него какие-то эти... Какой-то черный... Не знаю, больше похоже на что-то такое, знаете? Неприлично. О, и катану еще подняли с одного. Вот это прикольно. Так, давайте-ка прокачаем наших котят. Так, ты, давай. Дэмэдж, прокачивай дэмэдж. О, 14 дэмэджа. Так, ты, прокачивай себе немного дэмэджа. И хпшечку подними на двоечку. Так, ты у нас бежишь самым первый. Ты вообще хпшку поднимаем полностью вообще, парень. Так, отлично. Так, вот до дэмэджа немного. Качайте тоже хпшечку на двоечку. И дальше силу. Скорость пока не качаю. Так, что тебе поднять? Давай немножечко еще дэмэджа. Все, отлично. А что у нас по новым вещам? Ой, запись спортзал зашел зачем-то. Что у нас там по новым вещам, да? А, появилась какая-то шляпа. Можно сюда я пока закину. Да, вот топ, вот та шляпа с того чувака жесткого. И катану его вот этому чуваку в руки. Дадим. Слушай, неплохо, неплохо уже получается на самом деле. Так, в общем, хорошо, мы уже почти собрали весь первый уровень. Можно реально так первый уровень добить, а потом пойти уже ко второму, там, к третьему уровню, да? О, с катанами бежим, с вещами. Это прикольно, одеваешь своих котяток, убиваете других котяток, ну, побеждаете. Не будем говорить убиваете, побеждаете, а то убиваете, так это слишком жестоко, что ли. Не знаю, игра немного подвисает, хотя странно для флешки. Потому что флешка просто так сделала, может у меня какие-то проблемы. Не знаю, на видео как у вас будет, у меня просто иногда в ней FPS, что ли, падает. Ну, это норма. Так, мы дособирали еще два сета Аладдина. Давайте теперь проберемся с этим черным. Черный, будешь драться. Отлично, мы черному набили лицо. Это хорошо. Хорошая новость и финиш. С черного тоже подняли какую-то булаву неплохую. Надо будет посмотреть, что она дает. Вот, давайте еще раз сразу же левел запустим. Сейчас попробуем в телепорт зайти и победить все-таки тех парнишек. О, опасных. И заодно заберем сундук волшебный. Телепорт. В принципе, в тот раз мы почти их победили. Но сейчас мы не по статовому прокачиванию. Вообще, эти персонажи стали более прокачанными. Давай, 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 деритесь. Так, один мой уже погиб. Так, у них... Мы остались один на два. Один на один. Нет, выживай, выживай, чувак. Ой, выжил, выжил, да! Так, здесь я не прошел. Чуть не упал, слава богу, не упал. Так, у нас здесь надо перепрыгнуть телепорт, чтобы... Да, отлично, забрать сундук. Да, отлично, Gold Lottery. Я не знаю, что это такое, но прикольно, прикольно, прикольно. Хорошо, что мы его достали. Ну вот и все, в принципе, пробегаем. Забираем еще побольше рыбки здесь, перепрыгиваем через этого пацана. И все, офигеть, сука, рыбы я поднял. Вот, а там, чтобы пробить ту стену, нам нужно сет, который сможет пробивать стены. Так, давайте зайдем в качалку. Нет, качалка пока рано, мы потом прокачаемся. В одежду, здесь лотерея. Вот, Gold Ticket у нас есть. Е, что такое Е? Окей. Это, видимо, вот чемоданчики, да, Е. Артефакты, артефакты. А, видимо, их можно как-то что-то с ними делать. Пока что не будем его тратить, артефакт. Потом уже с ним заморочимся. Так, здесь у нас от Майара какого-то. Майора, может быть. Есть булава. Так, вот этот сет нас как раз-таки ломает. Вот, он нам и нужен. Вот этого чувака, в принципе, тоже можно какие-то шмотки так вот, хоп. Хоп, и будет сет. Thread kitten for collect fish плюс один. Ну, из-за того, что катана у него, да, сет не стакается. Ну, ладно, пофиг. Так, это у нас скорость, миньон. Так, что у нас еще за сета здесь есть?
Во, кстати, ковбой бинам нужно собрать, чтобы получать на 20% в рыбах больше. Ладно, погнали. Сейчас скоро пойдем уже на второй уровень. Все-таки хочу просто последний сундук с первого уровня добить. Да, вот у нас появился кулачок, так что сейчас будет все спокойно. Погнали. Сейчас мы главное сверху всех убить, чтобы у меня не умер котенок, который может ломать баррикаду. Если он выживет, то все будет хорошо. Кстати, это, кстати, не факт, потому что я забыл проверять все-таки. Надеюсь, что он выживет. Если он выживет, тогда мы сможем проломить. То есть этот... А, и он еще первый стоит. Не, он сейчас он стопудово умрет первый. А не, он выживет, парень, живи. Живи. Ой, нет, его убили. В этот раз вообще, видимо, не выиграю. Кидай. Один хп, перезаряжайся быстрее, раньше его, раньше. О, вау, просто повезло. А, смотрите, хоть котик у меня и умер тот, который ломает стены, все равно я смог сломать стенку даже без него. То есть наши способности, они остаются. Все, два сундука забрал. Больше, в принципе, мне здесь ничего не нужно. Пойдем ко второму уровню. You can wear full outfit set. Click to continue. Ну что нажать? Ну типа я собрал сет. А вот, вот лотерейный билет, давайте. Что это? О, дали еще такой шлем и... Какие-то очки. Ага. А, это вот, кстати, вот такую штуку дали из другого. Из другого уровня уже. Нифига себе, здесь комбинезон, сука, дает плюсиков. Можно вот сюда. Здесь он не даст никаких плюсов, здесь он тоже не даст. Ладно, я думаю, нам уже пора на второй уровень, в принципе. На первом уровне мы уже открыли 92%. Добивать его пока что не будем. Пойдем просто на второй уровень, чтобы выбить получше вещи. О, синяя рыбка, это, видимо, какая-то топовая рыбка. О, нас развернуло, лол. Об камни, короче, можно разворачиваться. Прыгать вниз, к сожалению, нельзя, это плохо. Большой минус. Ничего, с тобой я не хочу драться, ты какой-то опасный. Так, давайте, пацаны, давайте, что вы можете? Это что у нас там? Чувак из Star Wars и этот, шляпа из этого... Алисы... В стране не Алисы, в стране ничего, как его звали-то? Ой, склероз! Склероз, боже мой. А, да, Алиса в стране чудес. Там же, это, который шляпа, он же этот... Кофе там варил или чё? Ой-ой. Ой, какие-то серьезные пацаны. О, это погоди, это из аниме. Как же оно было там? Ну, один Саски, да, из Наруто. А второй этот... А, как его звали-то? Лилуш, точно, Лилуш, это же Лилуш, лол, Лилуш, боже мой, кого я здесь встретил, офигенная игра. Капец, здесь столько всяких ништячков, вот этот Лилуш, все остальное, блин, это прикольно, так 17, почти до 18 его демедж подняли. Тоже давай до 17 хотя бы, о, отлично, здесь хпшечку поднимаем. И демедж еще до 15, отлично, ну, можно хпшку еще до 15. Сбалансированный такой код получился, 15, можно немножечко, я даже имбек не прокачиваю, пока бег потом прокачаю, я пока не вижу в этом никакого смысла, лучше, чтобы они жили и убивали. Так, суперсет, типа, если я, UKTV артефакт, короче, можно один раз эту штуку заюзать, и у меня будет суперсет, ну, не знаю, стоит ли. Пока что у меня не такие уж крутые сеты, давайте лучше потом это сделаем, когда какого-нибудь босса, может, дойдем, или что-нибудь еще будет жесткое. Вот броня Наруто здесь прям вообще четко она заходит, говорят, что надо ставить. Киккер. Ладно, пока оставим все так, наверное. И просто попробуем пройти уровень без поднятия наверх. О, я даже не понял, как пройти к тому сундучку, который здесь находится. Блин, как я сразу не догадался. Лол! Тут мочи их, отлично, забрали. О, бластер забрали, круто, у меня будет бластер, я смогу стрелять. Надо бластеры. А на дальний бой делать, потому что в дальнем бою у меня больше преимуществ. Так, мои персонажи не бегут и ударяются от противника. Вот, такую баррикаду мы можем сломать, да, лотерея на 3, x3 шмоток. Прикольно. Музычка есть такая классненькая, играет, ребят, за музычку можно уже поставить лось. Давайте с этими ребятами разберемся. Из Adventure Time. Ну, думаю, даже говорить их имена нет смысла, потому что вы и так все знаете, кто это прекрасно. Ну, я надеюсь, что вы Adventure Time-то хоть смотрели хоть раз-то. Или знакомы с их персонажами, да? Так, ну смотрите, поднялись, дальше идем. Сразу же уровень, даже не возвращаясь на базу. Ой-ой, не успел нажать. Кривой демастер. Ну, я просто хотел всю рыбку собрать.
Кстати, если через него перепрыгиваешь, ты не забираешь эту вот синенькую рыбку, но лучше с ним драться. Все равно мы его быстро раскидываем, правда, потеряли хпшечки немножко. Потому что персонажи не стреляются. Вот если персонажи стрелялись бы, такого бы не было. Вот сейчас смотри, мы на них быстро напали и быстро их раскидали. Я, кстати, опять получил вот это оружие. Музычку прикольно сделал. Она повторяется, и поэтому, наверное, со временем может надоесть. В принципе, логично. Сейчас мы попробуем убить Лелуши и Саски. Лелуши и Саски! Делитесь, как мужики. Ой-ой, ну не, мне кажется, опять все будет, как в прошлый раз. Потому что как раз таки мои чуваки не стреляются. Вот видите, он стрельнулся и прошел дальше. О, тут еще жестче. Тут теперь вся команда этих... Какаши-сенсей, потом Сакура и Наруто здесь тусуются. Фол. Ладно, окей. Третий уровень можно, кстати, сейчас зачекать. Давайте, в принципе, сходим в третий уровень, чисто посмотреть, что там есть интересненького. Тут ассасин, смотрите, чувак из Star Wars. А это что за чувак такой? С двумя пистолетами. Пока что у нас такой, знаете, разведочный поход. Мы никого в основном не бьем. У нас такое прохождение, знаете, спокойное. Здесь какая-то невидимая штука, надо запомнить. Там, видимо, нужен чувак с способностями магиями. Вообще, прошли уровень без единой драки, лол. Так только... Вообще, изи просто, изи раунд. Четвертый уровень, давайте пройдем теперь. Лол. Разведывательный отряд в действии. Прикольно. Не, сейчас придется драться стопудово. Я поднимаюсь наверх, здесь наверху придется драться. Шипы были какие-то. Терминатор, лол! Терминатор и чувак еще один из этого. О, меня с него подняли. Терминатора убивай. Лол, терминатора убили. О, нифига себе, там был какой-то значок, я вовремя прыгнул. Я прошел левел, еще и кого-то замочил на четвертом левеле, лол. Прикольно, прикольно. Блин, игрушка вообще класс, ребята, игрушка класс. Так, здесь, видимо, какой-то босс, но босса я пока ходить не буду, мне кажется, это самоубийство. Так, чувак, давай, дэмэдж. Двадцаточки. Отлично, ровно. Тоже двадцаточки. Не хватило. Поднимает дэмэдж до 17 и немножко хпшечек не хватило, ну ладно. Тут здоровье поднимай, парень. Отлично. Все пока что по плану. Так, теперь шмотки. Счетового уровня хорошее оружие, в принципе. Для миньона. Нам, в принципе, порталы сейчас больше не нужны, пусть лучше возьмет в руки меч. То есть какой-то стреляющийся. Лучше, конечно, стреляющее оружие, наверное, ставить. Кикер. Кикер нам пока нужен. Вот ревенджер нам не нужен. Пусть возьмет дробовик. С третьего уровня мы вообще ничего не поняли. О, у нас, кстати, есть цель этого чувака. Давайте-ка его оденем. Вот, зато мы получаем... О, да, мы получаем рыбку. В 20% есть больше шансов, что... А, то есть мы получим... На 20% больше рыбы в конце раунда. Вот это классная тема. Вот давайте возьмем ее. Так, power. О, это, кстати, поднимет всем кошечкам дэмэдж. Прикольная тема. Всем зато плюс один дэмэдж. Мы потеряли здесь 2 дэмэджа, но зато получили 4 дэмэджа в сумме со всех. Ладно, go. На 2 уровень проходить дальше. Нам нужно как можно скорее пройти. Как можно больше. В принципе, мы уже достаточно прокачались, не знаю, Сакуру... Блин, да боже мой, я же нажал прыгать. У меня, не знаю, при записи, вот когда я без записи играл, вообще такого прописания не было. Может, флешки просто к этому плохо относятся? Так, давайте минимум драк вообще. Собираемся... избегаем максимум всех драк. Чтобы не тратить лишние хп. Но вот эти чуваки не слоупоки, поэтому с ними можно подраться. Потому что мы их убиваем за раз, они не тратят хп. Все остальные драки избегаем. Вот с Лелушем сверху деремся, значит... И потом поднимаемся наверх и деремся с Наруто и его там командой этой. С командой Какаши-сенсея, точно. Так, отлично, там мы раскидываем, поднимаемся наверх и деремся. Но с этими ребятами точно должны разобраться. А вот как с Наруто там будет, с всеми остальными, даже не знаю. Блин, остались 2 на 2. Да, прошли. Ну да, с этими чуваками нам пока еще вообще не совладать. Они прям очень жесткие, но там золотой сундук. И они все кошечки, они такие мимишные, да, ну тут прям вообще не вариант. Да, смотрите, мы получили 20% бонуса, это плюс 16 рыбки. Окей. Так, что у нас еще здесь есть интересного? Давайте в третий уровень теперь сходим. Тут нам нужна магия, давайте какого-нибудь мага оденем сейчас. Да, из спортзала заодно сходим. Поднимем хп наших персонажей хоть чуть-чуть.
Так тут дэмэдж доподнять нужно и хпшечку. Оп, хорошо. Хп доподнять и дэмэдж. Отлично. Ну, даже можно дэмэджа добить. Так, здесь еще хпшечку поднимаем. И дэмэдж можно еще на единичку. Эх, не хватило, не хватило рыбки, к сожалению. Так, теперь в костюмерную. Костюмчики будем одевать, да? Нам нужен волшебник. Вот. Вместо миньона, хотя у него такой дэмэдж хороший, но ничего не поделаешь. Одеваем мы его, дэмэдж, ну, до 25 падает, но зато теперь у нас есть волшебник. И мы в третьем уровне сможем запрыгнуть на ту невидимую штуку, которая вот здесь вот есть. Видите, эти невидимые блоки, мы все запрыгнем. Там, правда, какие-то чуваки втроем, но вот этих всех мы можем как бы обойти, да? А вот здесь вот уже запрыгнуть и драться только с этими тремя. Так, наверное, и сделаем. Ну, это самый оптимальный вариант, как по мне. Там, правда, какие-то жесткие ребята. Возможно, даже с фулл хп я не смогу их забрать нормально. Ну, как вариант. Может быть, конечно, и получится. Но стоит рискнуть, потому что мы же не знаем, насколько они сильны. Вот, а видите, теперь эта невидимая баррикада, она подсвечивается. Вот, за каждую такую синюю рыбку мы получаем по 5. Это, кстати, круто. Сколько же у них хп там? Офигеть, 60, 50, 60, не, мы их не убьем. Офигеть, просто все мы уже слились. Но мы одного слили и получили пилу. Пилу, пилу, пилу. Это, кстати, хорошо. Пила, наверное, жесткая. Что она дает такого? Пила. Смотрите, плюс 1, плюс 1, плюс 2, плюс 1. Так, но я хочу больше сделать стреляющихся персонажей, да, которые будут стрелять из лука. Дробовик есть, кстати, он тут добавляет много чего интересного. Просто пока что это сеты. И сеты ломать не стоит. Ладно, давайте пройдем до конца второй уровень все-таки. Второй уровень до конца, попробуем эту сакуру там добить и так далее. Почему я... меня разворачивает? Я же нажимаю два раза левую кнопку мыши. Все из-за проседания FPS в этой игре. С этим чуваком нам нет смысла драться. Не хочу его шмотки. Эти шмотки мы уже фулл собрали, вон мы в принципе в них и бегаем. Они слишком слоупочные, поэтому они не успевают наших ударить никого. Ну, в принципе, должны успеть все сделать здесь. Так, не будем драться с Adventure Time, сразу же наверх. Ломаем башню. Так, Лилуши Саски. Это будет сложно, надо, чтобы наши по максимуму выжили, конечно. Ой, все плохо. Надо здесь кого-то у них убить, Сакуру какую-нибудь там, или Наруто, не знаю, хоть кого. Проще всего, конечно, убить здесь Какаши-сенсея. Не, прям вообще не справляемся, нужно просто больше. Больше дэмэджа, больше всего, наверное. Ну, пока рано, второй уровень, пока что мы только на 59% можем пройти. Так, ладно, погнали сюда, попробуем выбить что-нибудь из этих чуваков. Прямо вот драться сейчас со всеми будем. Снизу с ассасинами подеремся, просто будем выбивать шмотки сейчас. Потому что шмотки здесь лучше, выбить их, в принципе, проще. И наши персонажи, естественно, станут намного сильнее благодаря этому. Так что деремся со всеми. Плюс можно выбить оружие. Вот здесь можно выбить оружие с чувака. С котика такого. Вообще изи его раскатали. Надо было все время с ним драться, он даже ничего нам не доносит. Так, открываем дверь, делимся с этими теперь. Лучше, конечно, бы взял бы две таких рыбки, но что-то не знаю, почему-то захотелось прыгнуть. Там уже финиш, да, но все равно поднимаемся наверх. Нужно драться с этими чуваками, потому что мы можем чем-нибудь с них выбить. Это всегда явный плюс. Эх, не получится, там лисенка задамажили. Это из этого... Как она? Убить Билла, да, убить Билла, точно, видите, желтый этот костюм и катана, да? Вот, это у нас пила, а это кто... А, из этих... С какого фильма-то? Ну, я помню название. Помню фильм, не помню название. Так, ну ладно, ребятки, давайте, в принципе, продолжим с вами в следующий раз. Игра просто классная, она реально прикольная. Если вам нравится, то ставьте обязательно лойс, просто огромный лойс, лепите этой игре. Вот, этому видео, вот, и продолжение будет, как только видео наберет, там, не знаю, ну, пусть будет 3000 лайков. Символически. Вот, ну на этом все. Всем удачи, дорогие друзья, и всем пока-пока.